Проиграли, я видел, честно говоря, этот проигрыш, этот позор. Вот, почти что не удалось. Я видел, что не заработал у вас этот винт, да? Нет, он заработал, но случилось так, что Матанга порвала профиль, на котором он крепится, и ударила по электродвигателю, который должен был его вращать. Это наш второй бой, мы были в Перми в прошлом году. Там прошло все хуже, мы сами себя подожгли, не выдержала электроника. Вы лично или робот? Ну, наш робот сам себя сжег, да, там очень большие токи, стартер работает. Сегодня мы продержались до конца боя. Знаете, популярность, на мой взгляд, только начинает зарождаться, но тем не менее уже видна положительная динамика. Если мы в 2015 году проводили чемпионат, скажем так, битва роботов, участвовало всего 12 команд, то на данный заявлялось уже порядка 20 команд, не все успели, 14 команд попало на этот московский этап. И другие команды будут в других этапах принимать участие. Мы видели предыдущие бои, и мы знали, что колеса – это самая непрочная вещь. И мы заменили резиновые китайские колеса на настоящие стальные цельные болваны. Русские? Это от Infiniti тормозные диски. Вот уж от Infiniti не ожидал, честно. Камазовские стеклоочистители. Живые. Одни из самых лучших в мире. Камазовский стеклоочиститель.